Меньше чем через месяц «Югспорт» вновь встречает лучших яхтсменов со всей страны. Черноморская регата собрала и участников прошедшего чемпионата России. Лазеры, финны, лучи, катамараны готовятся к очередной гонке за Кубок России в олимпийских классах яхт. Погода для турнира отличная, вот только с ветром, как всегда, проблемы. Из-за него как раз и пришлось сдвинуть время старта первой гонки. С ветром проблемы, конечно, ожидаются, но в ближайшие два дня только. Дальше все должно наладиться. Мы уже знаем, как можно получить гонки даже при отсутствии ветра. У нас есть Мацестинское ущелье, где в 6 утра работает отличный береговой бриз. Ну, ничего страшного, встанем пораньше, если уж нужно будет. И все равно проведем гонки в хорошую погоду. Черноморская регата – это только старт. Впереди Сочинская регата, зимняя ривьера, в которых будут участвовать и другие сильнейшие яхтсмены страны. А вот лучших в классе RSX определит чемпионат России, который одновременно стартовал сегодня в акватории яхт-клуба. По итогам турнира мастера досок смогут получить лицензию на Олимпиаду в Рио. Сочинка – Стефания Елфутина – главная претендентка на путевку. Соперников никогда нельзя недооценивать, поэтому все готовятся, все сильные. Но я тоже не слабая, буду постараюсь показать максимальный результат, постараюсь выиграть этот чемпионат и дальше смотреть вперед на Олимпийские игры. Финальные гонки регаты, Кубка России в классе фин и чемпионата среди RSX пройдут до 29 ноября. Тогда же и будут объявлены победители турниров. А впереди гонки, борьба с ветром и другие испытания на дистанциях. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.